Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш вебинар. Меня зовут Сергей Сорочев. Я являюсь руководителем по развитию космецевтических продуктов корпорации РАНА. Сегодня мы с вами будем говорить о плацентарном направлении, о продуктах этого направления, о тех продуктах в виде наборов, которые мы рекомендуем использовать в настоящее время, которые наиболее актуальны для домашнего ухода в условиях сложившегося самоизоляционного режима. И пока к нам присоединяются участники, хотелось бы сказать, что, конечно же, в начале карантинного режима, возможно, мы еще не все предполагали, как это будет, что будет происходить, с какими трудностями будут сталкиваться бизнесы, с какими трудностями будут сталкиваться мы с вами, граждане. И, конечно же, когда мы говорим о бизнесах и о гражданах, мы говорим о косметологах, о врачах, работающих в клиниках, о частных косметологах. И когда мы говорим о гражданах, мы говорим, конечно же, о потребителях, о наших клиентах, пациентах, или, как мы их любовно называем иногда, гостями. Конечно же, в настоящее время в связи с затянувшимся таким режимом домашней отсидки, наверное, я думаю, что процентов 80 сейчас находится в такой домашней самоизоляции. И, конечно же, это налагает особое, скажем так, условие на ведение бизнеса и, конечно же, на ведение домашнего хозяйства и, конечно же, то, как мы добываем эти продукты. Мы заказываем их курьерской службой и, слава богу, служба доставляет продукты. Корпорация РАНА работает на рынке России 20 лет. И на сегодняшний день в косметическом арсенале нашей компании представлены три бренда. Здесь вы видите марка в центре, это GHC, BB Laboratories с одной стороны, и еще один бренд, новый в этом году появившийся в России, корейский бренд Plarisetta. Вот как раз уже подсоединяется к нам большее число участников, и я вас рад приветствовать. Меня часто спрашивают, как так получается, что тебе удается рассказывать ярко и достаточно интересно о продуктах, которые я уже знаю более 10 лет. И что здесь может быть такого загадочного, нераскрытого, что здесь может быть интересного и полезного? Так вот, я скажу вам так. Здесь много чего загадочного, нераскрытого, много чего интересного и, конечно же, полезного. Сегодняшний вебинар я посвящаю по большей части, скажем, потребителям, поскольку и косметологи находятся в той самой группе потребителей. Возможно, кого-то смутит такое, скажем так, наименование. Тем не менее, вот мы с вами являемся потребителями. И, конечно же, подбирая те или иные продукты для рассказа в своем вебинаре, я в первую очередь задумывался о том, что может быть полезным, актуальным для моих друзей, для моих близких. Поэтому эти продукты, они отражают, скажем, мое очень трепетное отношение. Поэтому эти продукты, они для вас наиболее полезны, актуальны, и релевантны к сложившейся ситуации.
Конечно же, в нашем косметическом арсенале широкий спектр продуктов. И это на сегодняшний день около 80 позиций. Мы не сможем с вами вместить в короткое время вебинара обзор всех продуктов. Поэтому я выделил обзор спецнаборов с бонусами. Спецнаборы с бонусами были освещены в предыдущем вебинаре. Поэтому сегодня я не буду строить свою презентацию на рассказе о конкретных спецнаборах. Возможно, вы сможете выбрать для себя что-то то, что наиболее вам приглянулось. И, конечно же, я не буду диктовать и, скажем так, отсекать ваше внимание и концентрировать ваше внимание на определенных наборах. Тем не менее, эти продукты из наборов, которые мы составили, будут освещены сегодня в вебинаре. Поэтому вы можете выбрать эти продукты в наборе или же скажем так, в том ассортименте, который вам наиболее будет симпатичен. Хотелось бы сделать анонс в начале нашего вебинара, что корпорация Рана, являясь официальным дистрибьютором, представителем японских брендов и корейской марки, открыла в мае горячую линию «Здоровая кожа». И благодаря такой бесплатной услуге мы сможем принимать звонки от населения, мы можем с помощью консультаций помогать вам, дорогие наши друзья. Соответственно, специалисты смогут проконсультировать и подобрать по телефону те или иные продукты, которые наиболее актуальны для вашей кожи в сложившейся ситуации карантина. И здесь представлен телефон 8499-110-34-20. Он работает в режиме нон-стоп с 9 утра до 9 вечера. И также собираются заявки на электронную почту. Здесь, когда вы зайдете на сайт calldoctor.ru, то, соответственно, сможете заполнить заявку, и вам непременно перезвонят в самое кратчайшее время. Ну и продолжает работать наша компания, оказывая медицинские услуги в двух клиниках, на Зоологической и на Мичуринском, Зоологическом лицее на Мичуринском проспекте, а также работает аптека, где вы можете приобрести косметику, получить консультацию врача. И мы с вами начнем сегодняшнее повествование, скажем так, необычно. Мы начнем с марки, которая, возможно, не совсем дооценена, поскольку имеет достаточно короткий ассортиментный ряд. Я хочу сказать, что ее короткий ассортиментный ряд это уже является историей. Марка GHC имеет три подлинейки. И марка GHC разработана более 20 лет назад благодаря успешным научным достижениям японской фармкомпании Japan Bioproducts, которая является лидером по производству, по научным разработкам в плане плацентарных препаратов. И марка GHC является своего рода, венцом
научных достижений этой компании. Компания существует с 1954 года, и ее основой стал бренд Лейнек фармпрепарат. И это стало прорывом в области медицины. И, конечно же, на основе этих технологий принято было решение сделать продукты, которые непосредственно ухаживают за кожей напрямую. На основе технологии производства препарата Лейнек был сделан продукт GHC, который содержит нативную плаценту. Плацентарная реконструктивная космецевтика. Такое направление выбрано для этого бренда. Что это такое? Такое необычное название, большое. Ну, конструкция и реконструкция, понятно, нам означает строительство и воссоздание. И этот бренд рожден для того, чтобы восстанавливать кожу, поврежденную, травмированную, чувствительную кожу, а также кожу, которая повреждена временем. То есть марка стирает признаки хроностарения, то есть старение связано с жизнедеятельностью человека, и, конечно же, фотостарение, то есть старение, которое обусловлено внешними негативными факторами, например, солнце или же температурный неправильный режим. Поэтому марка всесторонне охватывает косметические проблемы и успешно их решает. Вначале было слово, и вот немножко о том, как развивалось направление плацентарной терапии. Конечно же, это развитие имело глубокие исторические корни, и мы долго останавливаться не будем. Возможно, вы не первый раз слышали это, но тем не менее плацентарная терапия насчитывает несколько тысячелетий. И, конечно же, зародилось это в Азии и зародилось это в Китае приблизительно где-то в третьем тысячелетии до нашей эры. Конечно же, в общем-то, как сама китайская восточная медицина с первыми китайскими династиями. И, однако, не все йогурты одинаково полезны, и это тема следующего вебинара. И с прошествием времени ученым стало понятно, что воздействие плацентарных препаратов будет эффективно, если использовать технологию очистки плаценты. Филатов, наш русский ученый, конечно же, обосновал плацентотерапию. И действительно, плацента работает по пяти показаниям. Это и регенерация, и осветление, и увлажнение, и укрепление кожи, восстановление эпидермального барьера, и, конечно же, борьба со свободными радикалами. А значит, кожа благодаря гидролизату плаценты возвращается сияние, свежесть, приобретает здоровый вид, возвращается тонус, плотность, присущие молодости. И очень важный момент, на который следует обратить внимание, особенно в сложившейся ситуации карантинного режима, плацента в виде гидролизата, в виде экстракта оказывает еще и противовоспалительное антибактериальное действие. То есть оказывает, укрепляет также иммунитет кожи. Надо отметить, что мы представляем здесь сейчас не просто косметику, а косметику с лечебным эффектом. А это значит, что
расширяется зона использования этих продуктов. Это не только продукты, скажем так, для людей, не имеющих каких-то серьезных проблем с кожей, но также эта косметика направлена на устранение каких-то дерматологических проблем, то есть широкий спектр для чувствительной кожи, для кожи, страдающей розацеей, атопическим дерматитом, для кожи, которая не переносит отдушек. Дело в том, что косметика, которая здесь представлена, она соответствует GMP стандартам, это стандарты медицинских препаратов, и, соответственно, имеет особую регистрацию в Японии. И производственный цикл сам запатентован. И вот эта технология производства, очистка плаценты от гормонов, аллергенов, сохранение в активном состоянии полезных веществ и донорство, соответственно, которое, скажем так, имеет высокие стандарты и требования к донорству. Здесь представлена технология очистки плаценты от гормонов и аллергенов, и получается в результате полезные вещества. Пептиды, цитокины, витамины. Вот эта цепочка – это цепочка факторов роста. Мы говорим факторы роста для сокращения. Активные центры факторов роста остаются в результате обработки плацентарного сырья. В результате получается гидролизат плаценты, богатый полезными веществами и абсолютно безопасный. Такова технология производства этой косметики, такова технология производства препарата Лейнек. И сейчас у вас на экране появился вот этот продукт. Продукт лосьон. Лосьон с пептидами гидролизата плацента свиньи. Я свинья, близкий организм к человеку. Наверняка вы уже знаете разные марки, разные лосьоны. И, как правило, лосьоны в России называют тоники. Но тоники – своего рода дополнительные очищалки. Вот лосьон, который здесь представлен перед вами, это лосьон-концентрат. И лосьон, который имеет не только тонизирующее свойство, но лосьон, который активно увлажняет и восстанавливает эпидермальный барьер. За счет чего? Там содержатся фосфолипиды и лецитин. Это своего рода выстилающие компоненты, которые восстанавливают целостность кожи, целостность эпидермального барьера. Таким образом, лосьон достаточно активно, интенсивно увлажняет. Именно этот лосьон я рекомендую вам для использования в вашем будуаре, в вашем домашнем салоне красоты. А сейчас наши дома превратились в том числе и в домашние салоны красоты. Активизировались покупатели, приобретают маски, приобретают лосьоны и кремы, мы об этом поговорим позднее, сыворотки с легкой текстурой. Почему я стал говорить о масках? Дело в том, что этот лосьон сейчас представлен в аптеке корпорации «Рана», находящейся на Мерзляковском переулке, дом 10, вот в такой косметичке а-ля Элизабет Тейлор. И ну, это не самое главное достоинство. Самое главное достоинство, что здесь 7 масок вот в таких упаковочках. И если вы
открываете таблетированную маску, вот этот контейнер вскрываете, наливаете лосьон, то такая таблетированная структура превращается в пластину, в нетканный материал с прорезями для глаз и рта, и тогда получается великолепная маска. Чем же она великолепна? Такая маска не только увлажняет, восстанавливает эпидермальный барьер, оказывает лифтинг-эффект, способствует осветлению кожи. Маска восстанавливает цвет лица, содержит витамин Е. 7 масок вам хватит на 7 раз. То есть вы сделаете процедуру в течение полутора месяца. Кроме этого, в наборе есть еще и дорожные вот такого формата продукты. Это вся линия Ultimate. Здесь представлена крем, сыворотка, сам лосьончик, вот большой и маленький, и, конечно же, гель для глаз. Я лишь вам покажу структуру для тех, кто еще не знает, не знаком с маркой. Легкая текстура, но тем не менее эта текстура не водянистая, а имеет, как я называю, сахарная суспензия. То есть она слегка взвешенная текстура, быстро впитывается. И остается ощущение насыщенности. То есть не только проваливается это, но и, соответственно, остается ощущение напитанности. Вот такой набор предлагаю вам рассмотреть. Вот так он выглядит, этот набор. Уникальный продукт, который любят профессионалы. Продукт эссенция интенсивная. Этот продукт представлен в виде вот таких флакончиков. Коробочки. Вот 3 миллилитра, 5 флакончиков. Один флакончик можно использовать 2 раза утром и вторую часть вечером. Ну, рекомендуется ставить в холодильник, если вы собираетесь хранить это в течение месяца в открытом виде. В закрытом виде это, конечно же, хранится, как в инструкции положено. А вот в открытом виде, если вы не ставите в холодильник, то хранится месяц. И если поставите в холодильник, то 3 месяца. Этот продукт уникален тем, что работает и как увлажнение, как лифтинг, и как осветление, и локально. При нанесении оказывает лифтинг действия. Легкий, водянистый, гидролизат нативной плаценты. И плаценты получены по технологии производства препарата Лейнек. Соответственно, коллаген содержит и низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. Вот такая эмульсия. Это еще один концентрат, еще одна сыворотка с легкой текстурой. Этот продукт прежде всего рекомендуется в случае шелушения кожи, истонченной кожи, если есть высыпание на коже, раздражение, чувствительная кожа, если есть порезы, если кожа обезвожена, если коже необходимо дополнительное питание.
При этом легкая текстура, но богатая по составу, оказывает хорошее интенсивное питание кожи. Небольшое количество необходимо, имеется дозатор, стеклянная упаковка, поскольку это приравнивается к фармпрепарату в Японии. Уникально тем, что имеется гамма-линоленовая кислота. И гамма-линоленовая кислота – это вещество, в которое мы испытываем вечно недостаток в организме, потому что попадает она к нам только с пищей. А мы не часто едим красную рыбу, не часто едим, я бы даже сказал, не едим тоннами черную смородину, и в том числе не жуем масло Энотера биенис. Энотера биенис – это примула, первоцвет. Одним словом, нехватка и дефицит в организме вызывает шелушение и раздражение кожи. Японцы пошли таким способом, они решили питать кожу напрямую и ввели этот компонент в косметику. Поэтому на сегодняшний день на рынке вы, наверное, даже не встретите продукт косметический с лечебным эффектом за счет содержания вот этой гамма-линоленовой кислоты. Сыворотка бриллиантовая. Сыворотка бриллиантовая представлена вот в таком флакончике, похожем на парфюм. Очень легкая текстура. И я бы даже сказал, что текстура легче лосьона. Водянистая текстура. Легче привычного нам лосьона, тоника, поскольку все-таки это сыворотка и имеется такая относительно плотная текстура, то есть как будто вода с сахаром, как я уже говорил. И по текстуре эта сыворотка приравнивается вот такому лосьону. А как я уже говорил ранее, наши лосьоны являются не лосьонами тониками, а лосьонами сыворотками, лосьонами концентратами. Эта сыворотка Диасеру представлена в марке GHC, имеет в основе плаценту лошади, а это значит, что богата аминокислотами, увлажняющими компонентами природного происхождения. И чем же, скажем так, отличается, каково уникальное торговое предложение, кроме гидролизата плацента лошади? Дело в том, что сочетание продуктов, таких веществ, как аметоз, HGA, такое вот название, это витамин С в особой форме, и сочетание лифтинг, компонента Озилифт и 10% концентрация миорелаксанта ацетилгексапептида 8, в том числе такого компонента, как вегалурон, то есть полисахариды снежного гриба, оказывают увлажняющее действие. И более того, сыворотка оказывает и осветляющее действие, и лифтинг действие, и противовоспалительное антибактериальное действие. Одним словом, эта сыворотка предназначена для борьбы с хроностарением, то есть возрастными изменениями, изменениями, связанными с фотостарением, то есть сухостью, обезвоженностью кожи, воздействием солнца, а также, конечно же, эта сыворотка, простите, предназначена для, а также эта сыворотка предназначена для Мне пришлось закрыть свою кошку, и кошка пытается тоже участвовать в вебинаре,
Поэтому, если вы слышите голоса, то просьба отнестись к этому с пониманием, потому что я нахожусь в домашних условиях, возможно, как и вы, и поэтому как бы соседство любящего хозяина, и вот она хочет проникнуть сюда и посмотреть, чем мы занимаемся с вами. Эта сыворотка также устраняет воспалительные реакции, то есть работает по многим показаниям. Крем-репарант. Крем-репарант имеет легкую текстуру. И этот продукт также незаменим на сегодняшний день в нашей сложившейся ситуации. Восстанавливает эпидермальный барьер. Вот такая замечательная упаковка из современного акрила. То есть подчеркивает инновационность продукта. Поэтому баночка легкая, достаточно приятная. И вид стекла, но при этом излучает тепло. То есть приятно его держать, упаковка. Легкая взвешенная текстура. И создает эффект второй кожи. Дело в том, что содержит комплекс, который называется гиалорепер. Гиалорепер – это особая форма гиалуроновой кислоты, за которую в свое время один американский ученый венгерского происхождения получил Нобелевскую премию, поскольку ввел впервые гиалуроновую кислоту в косметику. И вот на основе этих разработок ученые сделали гиалорепер. И японские ученые ввели этот компонент в этот крем. Крем поэтому создает эффект второй кожи. Вот в настоящее время, я знаю по себе, по близким своим, по тому, как ухаживает моя дочь за собой, кожа жирнится. И как не очищай ее, если кремы неправильные, забиваются поры. Более того, пока мы находимся дома, хочется побаловать себя какими-нибудь вкусняшками. Это также способствует дополнительному салоотделению и образованию блокады пор, то есть комедонов. Поэтому необходимо использовать еще и легкие текстуры. И вот здесь мы говорим с вами о легких текстурах в виде кремов, гелей и лосьонов, концентратов и сывороток концентратов. Поэтому я для вас подобрал вот этот продукт на сегодняшний день. Он наиболее актуален, поскольку имеет легкую текстуру, не тяжелит, не делает такого ощущения тяжести, когда наносишь под область вокруг глаз. Более того, подчеркиваю, что косметика, которую мы представляем, GHC, BB Laboratories и также Plurisetta, может наноситься на область вокруг глаз. Japan Bioproducts шагнул широко и создал 3 года назад марку Plurisetta на основе тех же самых технологий производства препарата Лейнек. Японское сырье на корейских заводах. Корея – страна, которая развивается быстро, динамично в плане косметологии. И в этом году марка пришла также и в Россию, и мы ее представляем. Хотелось бы отметить, что линия небольшая, менее 10 продуктов, однако будет дальше расширяться. Мы взяли для вас, выбрали только топовые продукты на сегодняшний день. И марка означает плацентарное восстановление или же как бы рецепт красоты благодаря плацентарной терапии. То есть плацента, ресета, рецепт. Рецепт красоты. Действительно, марка является шедевром, поскольку сочетает в себе
и LINAC технологии, это гидролизат плаценты свиньи, созданный по этой технологии, и инновационные компоненты, это вещества бета-глюкан, ниацинамид, аденозин. В этом бренде чувствуешь себя биохимиком, поскольку здесь достаточно инновационные биохимические компоненты. И, конечно же, традиционные компоненты, которые используются в корейской медицине. Это кипарис, эвкалипт, моринга, мята и так далее. Благодаря такому сочетанию активных компонентов возникла марка Плорисет. Поэтому называется это корейское золото. Но для вас сегодня я выбираю три продукта, которые наиболее актуальны. Надо отметить, что благодаря тому, что марка производится не в Японии, а в Корее, марка предлагает, скажем так, более приемлемую антикризисную цену на свои продукты. Здесь представлена сегодня в специальном выборе для вас маска Плорисета, сыворотка и вот такой вот крем. Крем принадлежит бренду Плорисета, и это подлиния, называется Пилопла. Все это производится на одном заводе. Марка представлена уже 3 года и имеет хорошую репутацию среди врачей, поскольку и создавалась в ответ на запрос хирургов-пластиков. Корея лидер по оказанию услуг пластической хирургии. В 16 лет девочки получают от родителей деньги на первую, на свою первую пластическую операцию. Это глаза, нос, щеки, губы. И достаточно очень широко и популярно пластические операции среди кореянок и среди юношей корейцев. Поэтому запрос был удовлетворен, и марка достаточно актуальна в Корее. И вот мы предлагаем ее сейчас на ваше внимание, вашему вниманию в России. Маска, которую вы сейчас здесь видите, маска содержит гидролизат плаценты свиньи и ниацинамид. Активирует регенерацию, увлажнение, создает лифтинг. Но это не самое главное. Эта маска в наших домашних условиях создает эффект отдохнувшего человека. Дело в том, что 15 минут спокойного лежания и, в общем-то, релакса под музыку способствует снятию стресса, в котором мы пребываем. Перманентный стресс. Кроме новопосита или, возможно, каких-то горячительных напитков, конечно же, я вам рекомендую подойти еще и косметологически к решению вопроса стресса. Маска буквально инструмент для релакса. Но маска, помимо этого, еще и оказывает эффект возрождения, за счет чего кожа приобретает отдохнувший, свежий, я бы даже сказал, вид внутреннего сияния за счет содержания аденозина. Аденозин – это энергетик, который питает и дает восстановление кожи. Сыворотка, которую мы нанесем после снятия маски, благодаря содержанию масел, причем надо отметить, что не просто аромамасла, да, вот мы обычно привыкли, аромамасла, нет.
Аромамасла вызывают аллергические реакции. Эта марка создана для того, чтобы погасить всевозможные аллергические реакции, для того, чтобы предотвратить какие-либо негативные последствия для кожи. Здесь вы видите эвкалипт, лаванду, базилик, розмарин. Такое сочетание дает 4 эффекта. Во-первых, регенерация, увлажнение, осветление и антибактериальная защита. Вкупе с гидролизатом плаценты свиньи и гиалуроновой кислотой оказывают еще и эффект возрождения. В общем, марка оправдывает свое название Пларисета возрождение благодаря плаценте. Плацента рождение, а марка Пларисета это возрождение. И крем Пилопла марки Пларисета имеет легкую текстуру, и ее хочется продемонстрировать. Этот крем очень легкий. Это его преимущество. Дело в том, что он экономно в одну молекулу распределяется по поверхности кожи, и за счет своего богатого состава оказывает регенерирующее действие, увлажняющее действие, восстанавливающее действие, способствует снятию раздражений, даже сужению пор. Дело в том, что в состав входит и розмарин, и кедр, а также кипарис. Эти продукты направлены на возрождение кожи, на регенерацию, на восстановление эпидермального барьера и водного баланса. И вот эти масла восточной медицины, они придают этому крему очень приятный, дурманящий, медвяный, травяной аромат. Вот сейчас, знаете, мы находимся в условиях карантина, домашнего ареста, можно сказать. И выходить на улицу очень хочется. И вот вчера, когда я выходил на улицу, мне захотелось немного принести улицы домой. Это березовые ветки. И, конечно же, хочется перенести вот это ощущение свободы, да, ощущение связи с природой сейчас домой. И этот продукт, он также позволяет оказывать такое, скажем, умиротворяющее, одухотворяющее, радостное действие, обрадывающее, если можно так сказать, действие. Дело в том, что вот я неспроста понюхал аромат. Немного сейчас нанесу, просто чтобы вот описать. И за счет содержания кедра, это, соответственно, хвоя, да, за счет розмарина, мы знаем, что это является приправой. За счет содержания, конечно же, кипариса, тоже масла кипариса. Вот этот ароматерапевтический купаж, он оберегает нас от стресса также дополнительно. Запах быстро выветривается. То есть вот мне пришлось нанести, чтобы опять вам его описать эмоционально. Но, тем не менее, вот эти масла при нанесении еще и приятные. То есть они обволакивают кожу, впитываются, не оставляют жирности, не забивают поры и очень легкая текстура. Это большое преимущество. То есть технология японско-корейская шагнула так далеко, что позволяет вот эти маслянистые, скажем так, вещества превращать в какие-то суспензии, в какие-то взвешенные гели, которые благодаря своей легкой текстуре придают коже
дарят коже приятные ощущения, не забивают поры, быстро впитываются и доносят до глубоких слоев полезные компоненты. Другая марка, которую мы сегодня освежим в памяти, а возможно с ней встретимся сейчас впервые, кто-то из нас, возможно, такие есть. 20 лет на рынке, ну, уже получается не 20 лет, красивая цифра, уже более 20 лет, с 97 года существует бренд. И эта марка создавалась в стенах государственной больницы. Больница занималась лечением здоровья полицейских, а это значит строжайший надзор за качеством услуг, качеством препаратов. И японский врач-дерматолог, который работал в этой больнице, он решил разработать продукты, восстанавливающие кожу. Это большая ответственность. И как разработчик он очень подошел к этому вопросу скрупулезно, сообразно тому, как это делают японцы. Вот в больнице при департаменте полиции города Токио был разработан этот бренд. Начинался он вот с такой фуруцелиновой банки, где находился гидролизатор плаценты. Такой же продукт существует и сейчас. И марка зарекомендовала себя в России 20 лет назад и является бесспорным лидером в области плацентарных препаратов на российском рынке. Дело в том, что марка минимизировала риски аллергических реакций, а напротив имеет продукты, которые останавливают, предотвращают аллергические реакции, воспалительные процессы. Косметика марки BB Laboratory создается по той же технологии. Она входит в группу компаний Japan Bio Products. И BB Laboratory имеет собственные заводы, собственные фермы по выращиванию свиней. И экстракт плаценты свиней является ключевым компонентом. Технология производства позволяет получить уникальный продукт, поскольку сохраняет все полезные компоненты, в отличие от конкурентов. Такая технология молекулярного фракционирования позволяет отсечь бесполезные компоненты, вредные компоненты. А что значит вредные компоненты? Это те, которые могут вызывать отторжение кожи. В конце концов, это биологический продукт. Но тем не менее остается самое полезное, то, что сродни нашей коже. Выбрана особая, скажем так, особый вид свиньи, порода Кагошима. Это порода наиболее близка и состав плацентарного гидролизатора наиболее близок к составу кожи. Поэтому в таком продукте содержатся самые ценные компоненты для красоты и здоровья кожи. Конечно же, фитоэстрогены, гиалурон-эластин, коллаген, пептиды, лекарственные растения и биосинтезированные вещества. Такова основная концепция этого бренда. Начинается бренд с очищения. Очищение также предложено в наших наборах, которые представлены в ассортименте аптеки, находящейся на Мерзляковском переулке, в Мерзляковском переулке, дом 10, недалеко, буквально в 5 минутах ходьбы от станции метро Арбатская. Сейчас работает бесконтактная доставка, поэтому обязательно звоните, получайте консультацию, заказывайте эти продукты, поскольку то, что мы с вами сейчас видим, специально подобрано для своего рода это спецназ, спецнаборы для выживания кожи в домашних условиях. Конечно же, уход должен начинаться с грамотного, правильного очищения.
Даже находясь в домашней изоляции, редко кто будет очищаться двумя средствами. Однако я вам представлю здесь два средства, вы можете принять решение на ваш выбор. Мыло, и мыло имеет сеточку, вы вспениваете мыло вот такой сеточкой. Мыло плацентарно-гиалуроновое и темный вид за счет содержания лекарственных растений, который оказывает противовоспалительный эффект. Это женьшень и воробейник. И имеется также черный сахар, который оказывает увлажняющее действие. Пенка. Пенка прекрасно вспенивается, очищает, не нарушает эпидермальный барьер, не нарушает pH, а напротив оказывает еще и увлажняющий эффект за счет содержания масла жожоба. Оказывает осветляющее действие за счет содержания перил. Семена перила оказывают антиоксидантный эффект. Прекрасно вспенивается в густую, мягкую, шелковистую пенку. Мыло в виде, вернее, пилинг в виде мыла представлен перед вами. Мыло хватает надолго. Вы можете использовать вот такой кусок в течение года. Он не будет у вас раскисать, поскольку мыло сделано по технологии холодной варки. Мыло представлено с гликолевой кислотой для ежедневного ухода или же 1-2 раза в неделю, в зависимости от состояния кожи. Если кожа имеет жирность, пористость, кожа плотная, ухабистая, морщинистая, с пигментными пятнами, я вам рекомендую мыло с 10% содержанием гликолевой кислоты. Это вот в такой торжественной черной упаковке. Если и вы используете 1-2 раза в неделю, не пересушивает кожу, потом будете смотреть по состоянию. Как только улучшится, можно расширить интервал применения этого мыла. Мыло с 5% содержанием гликолевой кислоты рекомендую использовать, если у вас идут шелушения, воспалительные процессы, склонность к жирности. Вы можете использовать каждый день и до улучшения ситуации, дальше сократить, например, 1-2 раза в неделю. Постепенное отшелушивание – это естественный способ обновления кожи. И значит, не травмируя кожу, мы возвращаем коже здоровье, красоту, привлекательность, свежесть. И, конечно же, эмоционально мы ощущаем еще и подъем, когда мы видим ухоженную, здоровую кожу в зеркале. Здесь вы видите результаты воздействия этого препарата при курсовом применении. Разглаживаются гипотрофические рубцы, которые были связаны с травмированием кожи, а также с тем, что кожа страдала угревой сыпью. Маска, так называемая черная, легендарная маска. В свое время был бум азиатской маски черной. На сегодняшний день японцы продолжили эту тему, но усовершенствовали продукт. И этот продукт вы наносите буквально на 3 минуты. Максимум на 5 минут, делаете круговые движения, массажные движения, таким образом как бы вычищая поры, абсорбируя излишки кожного сала, имеет желеобразную нежную текстуру и состав освежающий, боярышник, шалфей, мята, гамомелис и солодка, оказывает антибактериальное, противовоспалительное действие, освежает, поддерживает водный баланс кожи, не нарушает эпидермального барьера и pH, очищает поры, устраняет мертвые ороговевшие клетки. Рекомендуется использовать в качестве более глубокого дополнительного очищения для жирной, обезвоженной, для комбинированной, для ухабистой кожи с
неравномерным распределением кожи, то есть гиперкератозом. Для уставшей кожи этот продукт как раз сейчас и незаменим. Это быстрая маска, то есть это маска, которую вы наносите и не оставляете на лице, а активируете ее на коже с помощью круговых циркулирующих движений. Маска, которая является топовым продуктом бренда, автографом красоты, имеет текстуру, я бы даже сказал, эластичного бинта, ну, можно так сказать, чем-то напоминает, когда вы делаете в домашних условиях лапшу или же делаете в домашних условиях пельмени, вы раскатываете круг, и вот такая вот тонкое тесто, такое тонкое тесто, блин этот большой, вот такую текстуру напоминает это особая ткань, нетканный материал. И он, вот эта текстура такая, как бы прорезиненная своего рода, что ли, она, ну это не резина, но вот такое ощущение, пропитана маслом камелии. Камелия – это еще один цветок, символ Японии. Наверняка вам известна сакура, наверняка вам известна хризантема, но камелия зацветает самое первое, когда еще стоят морозы. Дело в том, что этот цветок хочет первым успеть получить посещение от первых насекомых. И вот успеть первым расцвести, конечно же, нужно много жизненных сил и энергии. И эта жизненная энергия содержится в масле камелии. Масло камелии оказывает и не только регенерирующее, но оказывает успокаивающее действие. Маска прекрасно смягчает, увлажняет, осветляет, успокаивает и оказывает антибактериальное действие за счет содержания масла камелии. Гиалуроновая кислота и гидролизат плаценты свиньи оказывают лифтинг-эффект, регенерацию, способствуют осветлению. Маску вы наносите на 15 минут и релаксируете. Вот обязательно попробуйте не бегать по дому с маской на лице, с любой маской на лице, а прилечь и получить свою терапию, релаксирующую терапию в домашних условиях. Дело в том, что маска оказывает как бы пластифицирующий эффект. Она облегает плотно кожу и создает эффект лифтинга. Высыхает, как становится, как можно сказать, бумажка, потому что отдает все свои жизненные соки вашей коже. Маска гелевая. Не хочется ее показать, но сейчас секундочку забыла ее взять. Маска гелевая. Маска спящей красавицы с прекраснейшим тонким ароматом розы. Не путайте ее с болгарской советской розы. Вот такая вот текстура за счет липидов, восстанавливает эпидермальный барьер, легкая текстура и цвет, вот я наконец для себя осознал и открыл для себя эту маску, когда понял, что она напоминает кошачий глаз. Такой есть камень. Его еще называют лунный камень. Вот подари мне лунный камень. Наверное, эта песня посвящается этой маске. Дело в том, что она легкая по текстуре, распределяется хорошо по поверхности и не требует смывания, не требует нанесения крема. Это гель-маска ночная. Вы наносите и идете спать. Не пачкает подушки. Это проверено не только на себе, но и на клиентах. Клиенты любят этот продукт.
И я вам рекомендую использовать этот продукт, поскольку, во-первых, это два в одном крем и гель, и маска. Соответственно, вы уже экономите. Плюс вы эффективно восстанавливаете кожу. Пока мы не можем, если ходить на процедуру, то, по крайней мере, мы можем использовать этот продукт в домашних условиях. Этот продукт подходит для любого типа кожи, не забивает поры. На утро, если остаются какие-то, скажем так, гелеобразные бороздки на лице, вы просто их смываете, поскольку идете принимать свежий душ. Этот продукт в течение 2 недель, если вы наносите на ночь, восстанавливает настолько кожу, как если бы вы отдыхали, наверное, в Монако и, в общем-то, отдыхали, отдыхали и еще раз отдыхали. Такое предписание со стороны японских врачей. То есть, когда японцы посещали нас, и они попали в наш климат, они сказали, что вот вам необходимо в течение 2 недель на ночь наносить этот гель, маску для восстановления кожи. Поэтому, пока мы находимся дома, есть возможность сохранить свою красоту, чтобы после карантина выйти роскошными. Хочется пошутить и сказать между нами девочками, чтобы Зинка обзавидовалась. Но, тем не менее, понимая, конечно, наших клиентов, и в глубине души в любом возрасте хочется выглядеть прекрасно. И, конечно же, этот продукт, он заменит крем ночной. В то же самое время для улучшения состояния кожи мы уже находимся в завершении, поэтому остается несколько продуктов, которые мы сегодня еще рассмотрим. И вот хотелось бы остановиться на продукте, который называется СОС-продукт. Это гидролизат плаценты с добавлением рибонуклеиновой кислоты. Легкая текстура создает эффект второй кожи, как будто смузи, как будто панакотта. Легкая текстура не забивает поры, восстанавливает эпидермальный барьер, смягчает, устраняет шелушащиеся зоны, питает кожу. Если есть какие-то травмирования, ссадины, порезы, шелушение, раздражение, этот продукт является незаменимым, это соцсредство. И еще один продукт, это продукт эмульсия плацентарная, оказывает еще и антибактериальное действие за счет содержания ивы серебристой, очень легкая текстура. Пептидный крем. Пептидный крем способствует лифтингу, уплотнению кожи. Особенно рекомендую, если от 30, 35 до 40. Это прям вот ключевое ядро для этого продукта. Прекрасно показывает результаты. Если вы используете совместно с другими продуктами в качестве анти-эйдж, также незаменим. Для антиэйджа, конечно, нужно использовать еще и лифтинг-сыворотку, которую я показывал раньше для создания эффекта лифтинга, и курс из масок. Но на сегодняшний день этот пептидный крем, который вы сейчас увидели по текстуре тирамису, легкий, приятная такая эластичная текстура, впитывается хорошо, не выходит обратно, то есть как бы не выпаривается кожей, не отторгается. Два пептида обеспечивают высокую концентрацию. Не надо при производстве мешать 250 компонентов, тем более, которые мы хотим заявить, что они ключевые. Здесь два пептида. Один
отвечает за выработку коллагена и эластина, другой за правильную сборку, чтобы эластиновые и коллагеновые волокна в коже не окислялись, а имели правильные спиралевидные структуры. И за счет таких правильных структур будет обеспечиваться плотность и увлажнение. В заключение хочется осветить еще и уход за телом. Возможно, вы забыли о том, что кроме лица, рук есть еще и тело. Да, возможно, нам не придется плавать в реке, прудах, ехать на юга, но тем не менее за телом нужно ухаживать. Я не диетолог, и рассказать вам не вправе, конечно же, о правильном питании, но я вправе вам рассказать о том, что, чтобы сохранить кожу эластичной, упругой, подтянутой, вам поможет вот такой домашний массажный крем-гель. Тем более, что приятная текстура, приятный аромат, зеленый чай, лемонграсс, имбирь. И эти же компоненты способствуют снятию как бы эффекта усталости. Вот раньше у нас усталость была, наверное, от ходьбы и сидячки в офисе, и, возможно, если мы говорим про Москву, от метро, ну и от любого транспорта. А вот сейчас, возможно, у вас уже усталость от лежания на диване или от сидячки перед компьютером. Поэтому самомассаж необходим для разгона лимфы, для улучшения микроциркуляции. И этот продукт незаменим, поскольку вам не потребуется после этого крема-геля принимать душ. Это крем, который остается, он впитывается и способствует также увлажнению, смягчение участков огрубевшей кожи, смягчение участков со острыми рубцами, создает лифтинг-эффект увлажнения и питания для кожи. Где же эти продукты вы можете приобрести? Ну, вы можете эти продукты, конечно же, приобрести, позвонив нашим менеджерам, если вы являетесь нашим партнером, или вы хотите заключить с нами договор. Если же вы, конечно же, клиент, потребитель, и вам бы хотелось приобрести самостоятельно эти средства, такая тоже есть возможность. И мы рекомендуем вам позвонить по телефону 495-690-2479, или же непосредственно прийти в аптеку «Рана», находящуюся в Мерзляковском переулке, дом 10, и недалеко от метро «Арбатска», и непосредственно выбрать самостоятельно или с помощью консультантов, врачей, которые там работают, соответственно, можете приобрести эти продукты. Я очень рад, что вы были со мной сегодня до конца, дослушали. Надеюсь, что вы почерпнули полезное и сегодня в этом вебинаре. Для меня это всегда праздник, рассказывать о самых интересных, на мой взгляд, продуктах на рынке косметическом. На сегодняшний день в заключение хочу сказать, что, конечно же, на рынке существует огромное бесчисленное количество косметических средств на любой, скажем так, вкус, на любую форму исполнения и, конечно же, на любой ценовой сегмент рассчитанные. Но, тем не менее, поскольку я работаю, вернее, имею практику работы в производстве и маркетинге, производственном маркетинге, хочу вам сказать, что на сегодняшний день косметика не вся эффективна. Или, скажем так, эффективна не на всю мощь. В основном работает на эффект моментальный, косметический, за счет особых компонентов.
химических. И в том числе для маркетинга добавляются уникальные компоненты, но в незначительном количестве, и заявляется, делается большая шумиха вокруг этого уникального компонента. А то, что предлагает корпорация Rana, это уникальные компоненты, уникальные продукты, уникальные технологии. И 20-летний успех обеспечен благодаря тому, что заявление не расходится с действиями. Компания предлагает самые лучшие бренды из Японии и Кореи. И эти продукты, они проверены временем, пользуются популярностью у людей с высокими требованиями. И хотелось бы отметить, что следующий вебинар я посвящу рассказу о том, почему косметика не, скажем так, не всякая косметика одинаково полезна, как и не всякий йогурт одинаково полезен. Мы об этом будем говорить в следующий раз. Вот такой был тизер на следующему вебинару. И я благодарю вас еще раз. Если у вас есть вопросы, буду рад на них ответить. Также пишите по контактам на наш сайт, если у вас есть вопросы. Сейчас смотрим вопросы, которые у нас есть. Так, на сухую кожу или на влажную? Это у нас задавали вопросы, но, к сожалению, непонятно теперь к чему. Наверное, имелось в виду про гель-маску. Значит, гель-маска наносится на очищенную кожу, неважно, на сухую или слегка увлажненную, ну не на мокрую кожу, просто потому что маска будет тогда жидкой и будет сползать с кожи. Мы хотим сохранить как можно дольше пребывание маски на лице, с тем, чтобы в глубокие слои кожи полезные компоненты проникли все-таки. И даже важно понимать, что высокая биодоступность компонентов и обеспечивает такой потрясающий эффект. Но, тем не менее, мы должны еще и соблюдать инструкцию, конечно же, на сухую кожу или на слегка увлажненную, но не мокрую, наносится гель-маска, вот эта вот спящая красавица. Но здесь то, что вы видите, конечно же, это пробник у меня в руках, это не сам продукт. Наверное, вот что хотелось в заключение сказать. Спасибо вам большое, хорошего настроения. Удачи, успехов и до новых встреч. Ага, значит, вопрос по гель-крему для массажа для тела. Массажное средство для тела наносится на сухую кожу. И достаточно очень хорошо можно провести массаж, приравнивающийся к профессиональному массажу, и долго достаточно пребывает на коже, скользит. Но тем не менее, поскольку это все-таки гель-крем ухаживающий, он впитывается. Не требует смывания, он впитается достаточно хорошо. Подобно, в общем-то, любому средству ухаживающему. И если вы хотите как можно быстрее устранить, конечно, можете промокнуть, но смывать нет необходимости. На этом мы тогда завершим. Всего доброго, успехов!